to forget. Send me letters, some you forgive. So now the better. Hasta mañana, baby. Hasta mañana. And again. Тихо, тихо, тихо! Дорогие друзья, за этим столом сегодня мы произнесли много прекрасных тостов за наших рабочих, за их руки, которые возводили школы, больницы. Роддома! Да, универмаг, который мы сдали вчера. А сейчас я хочу выпить за наш мозговой центр, за наших инженеров, техников, за наших руководителей, главным образом. Подхлебаешь? Я не боюсь, что меня обвинят. Я не боюсь, что меня обвинят подхалимаш. Простите, да. И хочу выпить и пригласить вас выпить за наших руководителей. Дмитрия Степановича. Павла Ивановича. И за нашего дорогого друга Изотова Виктора Петровича. Молодец. Так и сказал. Молодец. Да. Давай. Ну, ты даешь, Сэм. Быть тебе управляющим. Быть. Завидуешь? А я говорил искренне. Естественно. Послушай, Сэм. Почему бы тебе не пригласить на танец Соню, а? Танец-то дамский. Слушай, а почему бы тебе на ней не жениться, а? Посмотри, какая девка. Отец начальник. Место получишь, квартиру. Ты это серьезно? Ну, а почему не серьезно? Посмотри. Так о чем это вы тут, друзья мои? Да вот, понимаешь, собрался жениться, а невеста готовить не умеет. Он? Вот я его предупреждаю, у меня жена полная бездаря, один перевод продуктов. Да, тяжелый случай. Да, да, меня жена. Может быть, надо подумать, прости. Так, а вот и замена. А? Только смотри, Саша, а? Говорит, что у меня красивое платье. Действительно красивое платье. А серьги? И серьги тоже. Все высшего класса. Значит, если вы не известны, то... Ha ha ha.